Нынешнем року загадочки наші любимые по развитию памяти, внимания, которые так важны для скорочтения. Будем выполнять пальцевую гимнастику. Наш мозг чем-то напоминает мышцы. Перед силовыми упражнениями в тренажерном зале рекомендуется подготовить мышцы к нагрузке с помощью аэробной тренировки. На беговой дорожке или велотренажере мы разогреваем наши мышцы, тем самым снижая риск получить травму. Наш мозг тоже нуждается в подобной подготовке. К счастью, ее отсутствие не чревато травмами, но продуктивность может пострадать. Пальцевая гимнастика – это комплекс упражнений, который позволяет решить сразу несколько задач. Во-первых, с ее помощью мы приводим мозг в ресурсное состояние. Ускоряя кровоток, мы посылаем нашему мозгу дополнительные порции кислорода. А кислород – это один из секретных ингредиентов, улучшающих работу мозга. Во-вторых, мы синхронизируем работу левого и правого полушария, то есть логики и творчества. В дальнейшем это облегчит работу с информацией, которую мы будем не только структурировать, но и кодировать с помощью символов. В-третьих, пальцевая гимнастика позитивно сказывается на концентрации. На данном этапе у вас есть сложности с удержанием в памяти какой-то информации, то, скорее всего, у вас хромает именно концентрация внимания. Регулярное выполнение упражнений будет способствовать улучшению вашей способности концентрировать внимание на конкретной задаче. Для достижения нужного нам эффекта достаточно выполнять упражнения в течение 5-7 минут. Как только вы почувствуете тепло в затылке, это будет сигналом того, что мы добились нужного эффекта. Наш мозг готов к плодотворной работе. Сейчас повторяйте за мной те действия, которые я буду выполнять руками. Разогрейте ладони. Убедитесь в том, что ваши пальцы стали достаточно теплыми. От этого будет зависеть их гибкость. Теперь помассируйте уши снизу вверх. Массируем. Настала очередь большого пальца. Большой палец. Разминаем, разминаем. Мы с вами выполним 5 упражнений в рамках пальцевой гимнастики. Важный момент. Каждое упражнение необходимо делать не быстро, но правильно. От этого будет зависеть эффективность нашей пальцевой гимнастики. При выполнении каждого упражнения концентрируйте свое внимание на том, что делают ваши пальцы. Не стремитесь сделать слишком быстро или несинхронно. Первое упражнение. Камень, утка. Камень, утка. Как только упражнение у вас будет получаться лучше, вы можете добавить немножечко скорости. Второе упражнение. Фига, во. Фига, во. С хвостом делать. Вначале попробуйте одной рукой. Второй рукой, и потом уже соединяем медленно. Ну, потом уже сделайте свои любимые спасения. Даже хлопцы. Два можно сделать. Третье упражнение. Пистолет. Антипистолет. Это антипистолет тоже можно с хлопком, а можно... Ну, вначале, конечно же, надо потренироваться одной рукой. Потом потренируемся второй рукой. И потом медленно-медленно соединяем. Медленно-медленно соединяем. И потом уже в любой скорости. А потом, когда все получается, то можно делать через упор. Четвертое упражнение – регулировщик. Регулировщик тоже. Можно. Вначале одной рукой попробуем. Палец вверх, палец вниз, палец вверх, палец вниз. То же самое второй рукой. И потом уже медленно делаем. И потом уже в своей любимой скорости. И также... Пятое упражнение. Хлопок. Вилка, меняем. Розетка. Вилка, розетка. То же самое. Вначале одной рукой пробуем, рожки до ножки. Второй рукой,
рожки до ножки. И соединяем медленно. А потом уже в своей скорости. Теперь и потом мы готовы к плодотворной работе. Меняем. Замечательно у вас все получилось.